Всем привет, дорогие друзья! Мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Хочу вам предложить вашему вниманию вот такой циферблатик. В моем чате его назвали очень интересно Rolex для сутенера. И сейчас я постараюсь вам объяснить именно почему. Показывать буду я вам все это дело на Galaxy Watch 4 Classic 46 мм, потому что отблесков не дает. Ну, простой циферблат. Здесь у нас только время аналоговое, движется, как видите, секундная стрелочка, как на механических часах, на настоящих роликсах. Число все часовая, минутная стрелочка и больше ничего абсолютно. Никаких таб-зон, ничего нет вообще. В принципе, и даже настройщик тоже нет никаких. Простецкий циферблат. Вот эти вот все штучки сделаны в виде бриллиантов. И тут в том числе. Именно поэтому, наверное, его и назвали циферблат для сутенера. Возможно. Ну, возможно, кому-то из вас данный циферблатик понравится, и вы захотите его приобрести. Для того, чтобы это сделать, пожалуйста, пишите мне вот по этому адресу на Telegram, и мы с вами обсудим, как вам данный циферблатик приобрести. Устанавливать, конечно же, его придется ручками, дорогие друзья, самостоятельно. Как, я тоже объясню. В принципе, это несложно. Ну, надеюсь, найдутся ценители, кто оценит и данный циферблат.